Первая в Казахстане автоматическая установка точечного налива нефтепродуктов введена в строй на Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе. По словам специалистов, она имеет целый ряд преимуществ перед старой подобной установкой. В первую очередь преимущество – это, скажем так, автоматизированность процесса, экологичность и безопасность эксплуатации. То есть, сравнивая с предыдущими поколениями наливных эстакад, это предполагает недопущение попадания углеводородов в атмосферу, что в свою очередь влечет улучшение, скажем так, экологической обстановки, полное автоматизирование процесса, что в свою очередь во многих нюансах исключает человеческий фактор на предотвращение аварийных каких-то ситуаций при работе. Весь процесс полностью автоматизирован и управляется из специального операторского пункта. Легкое нажатие кнопок на пульте заменило ручной труд сразу нескольких человек. За час на новой установке можно наполнять до 8 цистерн. Для сравнения, раньше для наполнения только одной цистерны требовалось до 1,5 часа. По словам специалистов, это первая подобная установка в стране. Я думаю, это вообще большой шаг для всего Казахстана, потому что, так сказать, это новые технологии, это новации, которые развиваются в Казахстане интенсивно. И все-таки мы гордимся тем, что мы первые в Казахстане, кто реализовали такой проект и приняли в эксплуатацию данную установку. Напомним, ранее в рамках реализации проекта модернизации и реконструкции Шымкентского нефтеперегонного завода введены в эксплуатацию новые установки гидроочистки дизельного топлива, производство серы, газофакельная установка. Саида Турсуметова, Ильдар Жунусканов, Саид Икрам Ахмедов, информационная служба телекомпании «Отырар».